Добрая новина для прихильников хоккея в области. Попередние долги хоккейного клуба «Могилев» будут ликвидованы. Бюджет наступного года складе каля 10 миллиардов рублей, что дозволить команде принять удел у мощнейшем дивизионе чемпионата Беларуси по хоккею шайбой «Экстрализе». Сегодня Федерация хоккея лично Вошин пообещал, что мы будем участвовать в «Экстралиге» просто без фарм-команды в этом сезоне. А вот этот вот сезон, как бы год, который мы берем промтайма на то, чтобы создать более достойную команду КЧБ 2014 года и, конечно, подтянуть к себе юниоров. Сам же хоккейный клуб «Могилев» станет не коммунальным, как зараз, а державным предприятием. Костяк команды будет сформирован выключно из мясцовых игроков. Конечно, в этом сезоне нам будет тяжеловато играть этим составом, но я думаю, что это будет хороший задел. И прежде всего для тех мальчишек, которые сегодня занимаются в нашем центре по развитию хоккея областном. У нас там есть все наши возраста. И реформация клуба из коммунального предприятия в государственное учреждение не повлечет за собой уменьшение финансирования для детского хоккея. Детский хоккей, как мы финансировали, так он и будет оставаться. У федерации сподяются, что могилевские хоккейные болельщики потримают свою любимую команду. Андрей Скоробогатов, Александр Тарасов, новина «Могилев».